В минувшие выходные спортсмены-профессионалы, а также любители соревновались в триатлоне. Сражаться им пришлось не только друг с другом, но и с практически экстремальными погодными условиями. Но никто не сдался. На самой сложной дистанции с участниками пообщалась наш корреспондент Мария Зверева. Триатлон требует от спортсменов очень хорошей подготовки. За один день им предстояло преодолеть 3 гонки, и все они на время. Первая дистанция небольшая, но на деле пройти ее не так просто. Это заплыв в бассейне, перед которым главное хорошо размяться, ведь это только самое начало. Маленькие дети преодолевали дистанции 25 метров плыли, а они 500 метров поедут на велосипеде и потом 200 метров пробегут. Чуть постарше 200 метров плывут. проезжают пятерочку и пробегают километр. Ну и самая главная дистанция сегодняшних соревнований – это спринт. Испытание для самых взрослых спортсменов. Только проплыть им предстояло 15 бассейнов. Это 750 метров. После чего быстро восстановить свои силы и переместиться на другую дистанцию, где всех ждала гонка еще масштабнее. Нужно было сесть на велосипед, проехать на нем 20 километров, после чего сменить транспорт. И на своих двоих уже добежать 5 до финиша. Один человек может сесть, проехать 20 километров, пробежать пятерочку, проплыть и так далее. Ну, в свою силу. Другие готовятся год, а вот те, которые сейчас вот у нас финишируют, смотрите, какая плотная группа. Вот девушка бежит, она лет 15 лыжными гонками занимается. Но несмотря на разную подготовку, никто не сдается, даже если погода станет мешать их планам. Как и случилось на дистанции у самых взрослых участников. Прогноз в этот раз ошибся. Начался сильнейший ветер, ливень, а затем и град размером с вишню. Прямо сейчас те, кто успел забежать в палатку, прячутся здесь от сильнейшего града. Но все остальные спортсмены все еще бегут дистанцию, которая, между прочим, 20 километров. Сначала ставят свой велосипед и продолжают бежать уже без него. Поэтому триатлон – это спорт, где нету преград. Воспитывает в человеке, конечно, мужество, силу, выносливость, стремление быть на высшем уровне. Ну, конечно, сегодня погода внесла свои коррективы. Нормальная погода, не жарко. Был и дождик, и солнышко. Чтобы отследить время каждого спортсмена, на него надевают чип, который высчитывает хронометраж. Поэтому результаты точные до секунды, за которые так борется любой участник. Ведь главное в любом спорте – обогнать самого себя. Последние 10 метров для спортсмена самые трудные. Перед финишной чертой нужно собрать все свои силы и волю в кулак и стремиться только к победе. И тогда она точно будет у вас в руках. Но если в этот раз не получилось улучшить свое время или принять участие, расстраиваться не стоит. Впереди 4-й и 5-й этап триатлона, к которым еще есть время подготовиться, чтобы потягаться за победу с самим собой и другими участниками. Мария Зверева, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.